последнее время камеры умных домофонов от InSeed фиксируют все больше происшествий. Чаще всего это кражи. Так, пару недель назад жильцы одного из домов по проспекту Коммунистическому с помощью умного домофона узнали, кто ворует цветы из дворовых клумб. Кусты петунии исчезали и раньше, но с появлением умного устройства удалось, наконец, установить воришку. Еще одну кражу раскрыли на проспекте Славы. У копичанина из квартиры похитили бытовую технику. Но камера умного домофона очень четко запечатлела момент погрузки украденного имущества в такси. Другой жительнице нашего города умный домофон помог найти снятые с колес автомобиля колпачки. В последнее время жертвами молодежного флешмоба стали сотни автовладельцев. Но если машина попала в зону видимости домофона, то преступника можно легко определить. Каждый абонент по услуге умный домофон имеет доступ к видеоархиву со своего домофона. Архив можно просматривать через мобильное приложение. Архив хранится в течение 7 дней. В случае, если происходит какое-либо правонарушение, видеоматериалы мы можем предоставить правоохранительным органам. Так умный домофон делает жизнь безопаснее. Камера снимает видео в высоком разрешении Full HD. Это позволяет рассмотреть лица злоумышленников, номера машин и другие детали происшествий. А благодаря инфракрасной подсветке четкая картинка получается даже ночью. С таким контролем можно не беспокоиться о своих близких. Часто жертвами преступлений становятся пожилые люди. Бабушки, дедушки доверчиво открывают двери незнакомцам, после чего у них пропадают украшения, техника, деньги, в общем, последние сбережения. К счастью, умные домофоны доказали свою эффективность. Действительно, теперь преступников находить гораздо проще, а жить стало безопаснее. Узнать об условиях установки умного домофона можно в офисе на проспекте Коммунистическом, 22. Также заявку можно оставить на официальном сайте компании InSeed.